вспыхнул пожар. Огонь угрожал соседнему третьему реактору и машинному залу. Какими действиями смогли погасить пламя к 5 часам? Прежде чем стали известны и понятны эти цифры, рентгены, минуты, везде должны были пройти физики. Вообще на их долю досталось, пожалуй, самое ответственное и опасное дело. Это они искали наименее опасные пути к реактору и устанавливали, сколько там осталось топлива, рассчитывали в когда минимума сократить выбросы продукта выделения из реактора. И следом, за часом пожарных, пришел. Такая разведка позволила существенно сузить и вести целенаправленно работу по очистке территории по дезактивации. В ход пошли вот эти специализированные машины с бронированными, обшитыми свинцом кабинами. В наиболее опасных участках заставили работать радиоуправляемую технику.